Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам, конечно, покажу, как я делала ободки зверят. Эти ободки делались для съемки. Компания детской одежды Мирдада выпустили новую коллекцию одежды. Это уже была осень, зима 2019-2020 года. Коллекция одежды это делалась совместно с компанией Disney. Это был очень интересный проект. И сегодня я вам покажу, как сам каталог, как процесс съемки. Также покажу и саму работу. Это будут у нас ободки. Ну и в принципе все, что я делала для этой съемки. Все, умничка, следующая. Давай, иди ко мне. А ножки красиво стоят, ножки. Не, ножки ну, стоят. Пожалуйста, стой. На месте. Там же ты была. Стоп. Стоп, стой. Стоп. Улыбайся. Ножки красиво. Два, три. Надо не просто улыбаться, а даже улыбаться. Поставь ножки по-другому. Как всегда в таких проектах я все стараюсь зарисовывать, потому что я умею забывать, и все, что мне нужно, я сразу переношу на бумагу, клею фетр, тот цвет, который мне надо, или тот материал, для того, чтобы у меня, так сказать, было разложено все по полочкам, и я не путалась. И для того, чтобы сделать самый рекламный ролик, я также делала и кинохлопушку. По-моему, так она называется. Мне ее вырезал папа из ДСП. Я же уже покрасила, красила акриловой краской, добавляла белые полоски. Ну и на таком флажке, я думаю, вы знаете, что пишется. И, как по мне, это очень-очень интересно. А теперь давайте я покажу, как я делала именно сами работы. И приступать я буду именно с коллекции Mini Mouse. Я сделала вот такой бантик на заколке, который тоже очень хорошо смотрится у деток на всяких разных гулечках и хвостиках. Также давным-давно мы с вами делали уже ободок самой Mini Mouse, и его я тоже буду использовать. Все ссылки, как сделать такой ободок, и все ссылки на шаблоны я оставлю в описании к этому видео. Следующие у нас были маски. Маски, которые тоже дополняют образ и смотрятся на фотографиях очень красиво. Это была маска котика и маска Леди Баг, которую я вырезала из
Глиттер на фоаме рано, толщина фоаме рано 2 мм, он не на клеевой основе, и некоторые приклеивала на деревянные палочки, а некоторые на ленты. Деревянные палочки – это палочки для суши, которые я заранее покрасила акриловой краской. Теперь сами ободки. Я делала ободок лисенка и ободок зайчика. Сегодня покажу, как сделать зайчика. Лисенок делается аналогично, только вы уже распределяете материалы немножко по-другому. Для работы использовала тейп-ленту и металлический ободок. Можете использовать ободок совершенно любой. И если не нравится обмотка тейп-ленты, используйте атласную ленту. Теперь ушки. У лисички в ушках я не делала никакой основы, а вот у зайчика мне захотелось добавить проволоку. Мне хотелось, чтобы впоследствии я могла ушко выгнуть, и оно было немного согнутое, чтобы уши очень слишком сильно не торчали вверх. Приклеила, вставляя вовнутрь проволоку и все хорошо закрепляя. Делайте это все аккуратно, чтобы не обжечь пальцы и нигде клей не вылазил, чтобы работа была очень аккуратная. Обязательно подровняйте свое ушко, выровняйте две стороны, чтобы они были ровные, и уже можно приклеивать. Я, к сожалению, не замерила, на каком расстоянии я приклеивала сама уши. Я как-то примеряла ободок на ребенка и подбирала, куда мне его лучше приклеить. Склеиваем две заготовки и приступаем уже к декору. Буду начинать с листиков, так как они у нас находятся снизу. Делала я их из мягкого фетра. Вот, кстати, листья очень красиво смотрятся, когда они сделаны из мягкого фетра. Толщину уже выбирайте любую. Ну а сам цветочек просто делаем серединку, вырезаем лепестки и приклеиваем по кругу. Я думаю, что в этом ничего сложного нету. На один такой цветочек я использовала 16 лепестков. Белые цветочки. Это цветочки с AliExpress, они сделаны из фоамирана. Можно, конечно, делать самому, но времени было не так много, поэтому я использовала то, что было в наличии. А так как это все-таки такие лесные звери, хотелось добавить еще и веточку вербы, которую мы дальше с вами тоже сделаем. И, конечно, куда же наши лесные звери без ягод? Использовала ягоды, которые покупала в магазине. Где приклеивала одну ягодку, где две. Веточка вербы делается очень-очень просто. Нам понадобятся ушные палочки и будем снимать сверху саму вату, прокручивая таким образом, чтобы не развалить саму верхушку, чтобы она осталась у нас такая же красивая и ровненькая.
Немного скручиваю, придавая форму, и будем уже приклеивать на саму проволоку. Верхней, так сказать, почку, тычинку я сразу приклеиваю на термоклей, чтобы она не слетала, и затем каждую следующую я буду закреплять тейп-лентой. Расстояние между ними делала небольшое, и на одну веточку использовала 3-4 таких тычинки. Выгибала и готово, можно приклеивать. В работах смотрится очень здорово. Сам бутон. Для бутона используйте 4-листник. Заготовка из фольги должна быть примерно размером, как один из этих лепестков, после чего у вас получится красивый бутон. Приклеиваем сначала 2 лепестка, которые находятся один напротив другого, затем еще 2, получается вот такой красивый бутончик. На глаз я вырезала чашелистик, тоже делаем его из квадрата, если он неровный, ничего страшного, в готовой работе этого даже не видно. И приклеиваем каждую часть. Получаются вот такие красивые бутоны. Кстати, в любой работе красиво смотрится, когда есть как и большие цветы, так же и маленькие. Доклеиваем все остальные цветочки, и вот такой результат у нас получается. Также хочу сказать, что в это воскресенье, это 14 апреля, в Минске будет показ детской одежды, поэтому если у вас есть желание, можете приехать туда, все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!